Мен Москва велеби мачвенес да როგორ შემდგო. ხო, ამერიკელები იყვნენ კიდე. Вамбо про Москва велеби რომ мачвенес да სიცხვირით კი ნაგა მოგდი. ხო. კი ნაგა მოგდი. არა, იტალიელები იყვნენ გუშინ. არიციო ეგ რაღაცა არ კარტოფილი არ მომდი წაგი ყონდა მე კიდე რუსებს ვამბობდი მით კარიც არ გინდა და წაგი ყონდა და ესენი წამი ყონდეს კი. უი დედა. აა ბაში. Осторожно. Осторожно. А просигрева это кайе. О. О, кайф, обожаю этот воздух. Сырость ебахнет. Обожаю, правда. Последняя испорченная, осторожно. Предпоследняя. Ой, Рома, горят, Илья. Как здесь прохладно. Вот, эта машина очень старая. Вот, посмотрите. 1893 год. Да. 90... Немецкая эта машина. Из Баку принесли. Из Баку. И целый день, и ночь вот так. Печатали прокламации, газеты и все. Да, да, посмотрите там. Здесь Гусула Кадзелева. А, Рай. Да, Германула. Германули Маканаре. Внизу вода, а вверху за кофе мы смотрели. Правда, не видно. Да. Вот схема, посмотрите, вот это место, вот это. Вот. Что за... А, показали карту там еще. Анну написано. Здесь... Сейчас включается на видео. Более 110 лет этого здания. Здесь была вода. И когда здесь был китайский посол, он никак не здесь. И большой. Он сказал, что мы вам дам деньги, купите насос. И вы, это, и, да, и мы это сделали, и поэтому мы здесь. И еще сказал, давайте ли просто. Что? И наш посол все сделает. Ну, посмотрим. Да. Хорошо, у нас. Туда тоже, да, можно заглянуть? Заглянем. Какой не снег из головы. Ой, нога. Нога. Там внизу вот опять вода, камера. Куда мы сверху смотрели. И сейчас посмотрим. Вы представляете, сколько 10 градусов плюс зимой. Вот, здесь очень низко. И вон там вода, которую мы видели сверху. Что не меняется? Ай. Бумага отсырела. Да,